Послушать о том, как в следующем году планируется распределить средства бюджета городского округа, пришли 54 жителя. Проект бюджета представил замглавы администрации по финансовым вопросам Лидия Латыпова. В 2018 году доходная часть бюджета составит 2 миллиарда 266 миллионов рублей. Основным источником формирования бюджета городского округа по-прежнему остается налог на доходы с физических лиц. На долю которого приходится 46,7%, почти 47% всех собственных доходов. Это 420 миллионов 500 тысяч. Также доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. Здесь сумма составляет 271 миллион 500 тысяч. Или 30% от всего объема собственных доходов. Единый налогово вмененный доход 0,3% или 66 миллионов. Прогноз поступлений составлен на основе размера фонда заработной платы с учетом всех ожидаемых выплат, компенсаций и нормативов отчислений. Также по прогнозам на 271 миллион городская казна пополнится за счет продажи и использования муниципального имущества. Здесь имеется небольшое снижение к подтвержденному плану 2017 года на 2,5%. Это связано с тем, что основным является поступление от аренды земельных участков, но в 2017 году были многочисленные случаи оспаривания кадастровой стоимости, в связи с чем возникли выпадающие доходы бюджета, поэтому порядка 10 миллионов план по данному налогу снижен. С республиканского и федерального бюджета поступит более 1 миллиарда рублей. План расходов на 2018 год составил 2 миллиарда 330 миллионов рублей. Как и прежде, бюджет сохраняет свою социальную направленность. Основные расходы уйдут в сферу образования. Туда включаются все расходы по содержанию дошкольных учреждений, учреждений школ, учреждений дополнительного образования, а также расходы по устройству детей-сирот в приемные семьи. Сюда же включаются и все ремонтные работы и укрепление материально-технической базы данных учреждений. Планируемый объем расхода по данному разделу, включая расходы на молодежную политику, составляет 1 миллиард 573 миллиона 400 тысяч. На развитие культуры городского округа планируется потратить 57 миллионов рублей. Расходы по социальной политике составят 141 миллион. На развитие спорта планируется выделить 37 миллионов рублей. Расходы в разделе жилищно-коммунального хозяйства составят 152 миллиона рублей. Основными направлениями расходов служат такие, как уличное освещение 45 миллионов, благоустройство и озеленение территории городского округа 12 миллионов 600 тысяч. Значит, за счет республиканского бюджета по этому разделу предусмотрены субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения в объеме 2,7 миллиона. Поддержка государственных программ Российской Федерации, муниципальных программ формирования современной городской среды. Здесь выделяются средства в объеме 48 миллионов 100 тысяч. Таким образом, с учетом всех предполагаемых доходов и расходов, бюджет городского округа остается дефицитным. Расходов на 63,5 миллиона рублей будет больше, чем доходов, тогда как в 2017 году эта цифра составляла 52 миллиона рублей. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».